Завод имени Масленникова, 4 и 9 ГПЗ, завод клапанов, заводы «Рейд», «Кенап», «Сокол», Средневолжский станкозавод. Предприятия, которые внесли огромный вклад в развитие Самары, но которых уже нет на карте города. Чтобы не дать памяти о них кануть в лету, в столице региона открыли выставку «Промышленное наследие». Гостям представили карты, где обозначены когда-то стоявшие в Самаре заводы. Это был такой нетронутый нами пласт, но очень важный. Очень важный хотя бы потому, что с ним связана судьба истории сотен тысяч людей, которые живут в этом городе. Мы занимались настоящими такими очень трудоемкими исследованиями этого процесса. И очень хорошо, что мы выявили людей, которые смогли нам рассказать об истории этих предприятий. Поэтому я считаю, что этот проект очень важный. Мы его, знаете, вовремя его сделали. Еще бы 10 лет и все. И уже больше дальше было некому вспоминать. При подготовке выставки опирались на рассказы самарцев. Автор экспозиции Анастасия Кнор рассказывает, работа была сложной. Каждый экспонат – это рассказы и воспоминания как минимум трех людей, которые работали на этих предприятиях. Один из них – Геннадий Кулаков. Вместе с Анастасией он принимал участие в поиске когда-то работавших на заводах. Это нужно настолько яростно пропагандировать, что это было, да? Это настолько надо яростно показывать, что это было. На открытии выставки также презентовали книгу «Когда заводы были большими». Для гостей провели экскурсию. Увидеть выставку можно до 7 октября. Полина Чулюкова, Константин Головин. События.